Газообразная оболочка Земли. Как называется это? Атмосфера. Ты уверен? Давай мы с тобой познакомимся. Как зовут тебя? Меня зовут Влад. Влад, давай я тебе сейчас задам 6 вопросов по географии. Ответишь правильно, я тебе бабосы дам. Хорошо. Что было по географии? 5. Давай 5 слов о себе. Спортсмен, футболист, добрый, хорошист. Хватит, наверное. Еще лимит не исчерпан. Было 5. Ну ладно, раз хватит, тоже есть считается. К чему стремиться. Есть к чему стремиться. Так, первый вопрос. Газообразная оболочка Земли. Как называется это? Атмосфера. Ты уверен? Ну, пусть будет то, что будет приходить первое в голову. Атмосфера. И это правильный ответ. Это хорошо. Я тебе подсказывать не буду, так как у тебя 5 хорошо была, то ты у меня все бабосы сейчас заберешь. Какое море самое большое? Море. Где оно находится, как думаешь? Давай вслух думать, там возле России находится? Море. Море волнуется раз. Море волнуется два. Давай свой ответ. Давай, какие моря ты вообще знаешь? Черное, Каспийское, море-озеро. Средиземное. Давай свой ответ. Средиземное? Пускай будет Средиземное. Ты молодец. Хорошо. Следующий вопрос. Ну, да, наверное. Я сам не знаю. Назвать самый большой остров в Средиземном море. Ну, это изи вопрос. Остров? Да, остров. В Средиземном море. Я не назову. Какие острова ты вообще? Наверное. Про Кипр слышал что-нибудь? Да. Как думаешь, он сам? Да, он в Средиземном море. Так, он большой? Он большой. И как думаешь, он самый большой? Ну... Или есть побольше-то? Я думаю, самый большой. Это Кипр, да? Да. Ладно, дам тебе подсказку. Одну только, единственную. Хорошо. Про Италию слышал что-нибудь? Да. Вот, там она пинает, да? Видел? Сапогом пинает. Что пинает? Ну какой остров она пинает-то? Это ответ будет. Италия пинает, там такой остров такой, да, и типа похоже, типа, ты же в футбол играешь, правильно? Да. Вот, она типа пинает, вот, и что, какой остров пинает-то? Кипр? Я не знаю. Кипр далеко находится. Да? Ты, наверное, туда гол уже забила. Сицилии-то. Сицилийские острова? Да, Сицилия. Такой есть остров, правильно? Я знаю про него. Да. Вот это он и есть. Я не знал. Ну или забыл. Ты, наверное, просто перепутал.